как посмотреть примерные токи зарядки потребления на автомобиле. Значит, чтобы ничего не отсоединять и не искать амперметры шунтами и так далее. Значит, смотрите, вот такие щипцы токовые, клещи. Единственное, что их надо покупать, чтобы в них было постоянное напряжение. То есть, чтобы можно было мерить постоянное напряжение именно на токовых клещах. То есть, вот эти клещи как раз позволяют это делать. Значит, чтобы посмотреть, какой ток у нас идет с генератора и работает ли генератор, значит, вот у нас вот этот вот провод плюсовой идет с генератора. Он же идет на аккумулятор и на бортсеть. То есть вот так он делится. Посмотреть потребление бортсети можно вот здесь, на этом проводе. И общие данные снять вот на минусовом. То есть вместе два провода обхватить. То есть мы узнаем вообще все полностью. А на данный момент меня интересует зарядка. То есть хочу посмотреть, что дает генератор. Вот, потребители я никакие не включал, машина отстояла ночь, и, собственно, меня интересует, насколько сейчас аккумулятор будет забирать ток на себя и сколько будет выдавать генератор, чтобы зарядить аккумулятор. Значит, что мы делаем? Берем токовые клещи, наверное, ну, я думаю, 40 ампер будет достаточно. Так, сейчас мы сначала защелкнем. Вот так вот мы защелкаем и поставим 0. То есть вот обнуление прибора. Все, прибор обнулили. Далее мы заводим двигатель и смотрим, что показывает амперметр на токовых клещах. Так, заводим двигатель. Мотор завели. И теперь смотрим, какой ток идет на зарядку аккумулятора. Вот 28 ампер. Хороший ток. Единственное, что по этому току можно предположить, что аккумулятор был довольно-таки подсажен. Ну, не сильно, но подсажен. Значит, и теперь по времени можно посмотреть, как будет происходить стабилизация тока, то есть зарядка аккумулятора и так далее. В общем, как-то так. Все, спасибо.